невозможно выдержать. Это вулкан женский мотив. Это вулкан, выдержать невозможно. Поэтому человек и не должен считать себя Богом. Когда мужчина считает себя Богом, он говорит, жена это моя. Хорошо, если она твоя, выдержи. Это факт. Не как Богу. Ну да, да, да. Это другой вопрос. Будем об этом говорить. Спасибо, что вы это сказали. И мужчина должен как богине женщине служить тоже. Это факт, но мы говорим сейчас не о как, а о абсолюте. Меня об абсолюте вопрос спросили. Я говорю о том, что когда мы видим в женщине признаки Бога, божественности, тогда и к ней отношения будут правильные. Вот как себя вести с женщиной? Нужно видеть в ней вот эти признаки божественности. Нужно относиться к ней определенным образом. Женщина все это знает. Но мужчина не знает, потому что это для, все для него аскеза. Сейчас мы споем мужскую аскезу. Сейчас вот женщины будут счастливы. Почему? Потому что будет петься мужская аскеза. Это то, что Бог дал женщине как знание о том, как мужчина должен себя вести. А мужчине не дал. Потому что, чтобы он это получил, он должен сначала стать мудрым, развиться, понимаете? Это не то, что... Я хочу такого человека встретить. Я хочу сразу, чтобы дерево, оно из семечки стало, дало плоды сразу. А не бывает плодов из семечек. Вот ты просто увидь, что дерево хорошее растет. И потом будут плоды лет через 15, если вы будете выращивать дерево, отношения. А мы хотим все сразу. Да, в этом смысл жизни человеческой. Вот смотрите, сейчас будет смеяться очень сильно. Это правда, это женская правда, но она смешная, но она правда. Сначала мы просто совсем о плодах попоем, совсем прямо о плодах, то когда человек посадил семечку и сразу хочет плоды, и поэтому никого найти не может. Вот смотрите, прямо честно и правда, песенка, честно и правда. Смотрите. Его я видела в кино. Это нормально, это детство, это юность девушки, юность. Она как бы хочет сразу что-то большое, вот, а ничего не получает. Можно задаться вопросом, почему девушки 18 лет сейчас чаще всего замуж не выходят? А потому что они не образованные. Они не знают, что люди женятся для того, чтобы простить дерево, а не для того, чтобы плоды собрать с мужиков. Вот она поэтому говорит, все люди замужем давно, а я принцип всем. То есть я хочу сразу, вот посадила и плоды. Не бывает такого. И поэтому она ей, чтобы замуж выйти, ей надо до какого момента дожить. Когда она понимает, если еще чуть-чуть, то вообще не выйду. Тогда хотя бы за кого-то. А надо выходить было совсем в юности, потому что чем моложе девушка, тем больше силы выйти замуж. За того, кого хочешь, просто вот пальцем ткни в любого, и он твой. В юности у девушки столько силы. Это правда. Жизнь, моя хорошая. А она в это время о принципе все мечтает. Ей не дали образование, она не знает, что такое семейная жизнь, как надо замуж выходить, она не знает, что надо семечку выбирать правильную. А не плоды искать. Надо у человека наклонности искать, молодого. Его желания и устремления.
И видеть при этом также, что он золото, которое находится под толстым слоем грязи, и это нормально. Золото не может быть сразу чистым. Его нужно очищать. Мои хорошие.